Всем привет, друзья! С вами снова YouTube-канал «Лавка удовольствий». Я Александр Манек. И сегодня хочу представить вам очередную прикольную, шикардосную, чумачечью новинку от Нацбанка Украины. Новые 10 гривен. Готовы? Поехали! Итак, друзья, у нас сегодня на обзоре новинка от Нацбанка Украины. Данная новинка, данные 10-гривневые монеты вышли в обиход 3 октября, то есть позавчера. И вот сегодня я уже вам показываю их на обзоре. Итак, друзья, вы видите, вот так вот выглядят роллы с данными монетами. В роллах 40 единиц таких монет, то есть ролл сам ценой 400 гривен по себестоимости. Ну и, естественно, мы сейчас с вами посмотрим, как же выглядят монеты. И я немножко расскажу вам, собственно, чему они присвячены. Та, собственно, посмотрите. Значит, что я хочу заметить, да, что у нас эти монеты сразу из ролла. Якость карбования данных монет. Вот сейчас я играю с вам цветом. Мы с вами видим, скажем так, уже как будто монета была в обиходе. Вот сейчас я выставил свет, и мы с вами видим, что монета реально, ну скажем так, монета как будто уже покоцанная. Тем не менее, если в этот момент не всматриваться, не приближать таким образом, то сама суть данной монеты, она интересна. Значит, прежде всего, это монета по своим характеристикам абсолютно идентична той монете, которая была выпущена в 2018 году, образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический. Он присвячен военнослужащим сил территориальной обороны Збройных сил Украины. Мы с вами видим, что данная монета, значит, изображены на ее реверсе две стилизованные силуэта, фигуры военнослужащих Збройных сил Украины, логотип и лозунг сил территориальной обороны «Готові до спротиву». Вот такая вот шикарная монета. А на аверсе монеты мы с вами видим в обрамлении древнерусского орнаменту, мы с вами бачимо номинал монеты, год чеканки та герб Украины. Собственно, аверс монеты никак не відрізняється від тих 10 гривен, которых мы привыкли. А вот эта вот картина, реверс, действительно будет шикарным дополнением коллекции, потому что приятно будет иметь в своих монетах вот такую вот присвячену такой важливой підрозділ, який обороняє, захищає зараз Україну по всім фронтам. Данная монета, диаметр 23,5 мм, uncirculated, якость карбування, гурт рифлений, тираж, вдумайтесь, 10 мільйонів экземпляров. То есть тираж огромный, хотя данная монета на сегодняшний день продается от 28 гривен, я нашел в интернете, до 40 гривен за штуку. Причем я уверен, что пройдет месяц, и данная монета будет, ну, не дороже, наверное, 20 гривен она должна стоить, пока она дойдет до всех отделений банка. Друзья, вот такая вот новинка у нас сегодня в лавке. Уже есть данная монета у нас в наличии, можете приезжать, заказывать. И также я для того, чтобы было удобно покупать те или иные новинки, создал наш телеграм-канал. Обратите внимание, под данным роликом я закреплю в описании и в первом закрепленном комментарии вы также увидите ссылочку на наш телеграм-канал. Одним кликом нажали и перешли сразу на наш магазин, где вы видите различные лоты, которые не только вы можете у нас приобрести. Вот, кстати, я поймал шикарный ракурс, который при котором не так видны царапины. А также вы можете на нашем телеграм-канале выгодно продать
свои предметы коллекционирования. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не забывайте лайкос под видео, а я, собственно, снимаю для вас еще более интересные видосы. Увидимся!